Приветствую вас, друзья! На связи Соколова Анна, проект Элит Инфобиз. Сейчас я нахожусь на блоге Георгия Савича, который в своем видео рассказывает нам о хорошей работе удаленной менеджером в электронном обменнике, где можно зарабатывать от 6 до 9 тысяч рублей в сутки, тратя на работу всего лишь 15-30 минут в день. С сайтом, с отзывами и с самим видеообзором вы можете знакомиться самостоятельно. Я перейду к тестированию самого сервиса по заработку. Попадаю в кабинет менеджера. Осталось свободным 2 места. Мне сообщают, что работа имеет фиксированную оплату 300 рублей за заявку и график работы 7 дней в неделю. Работать можно с 8 утра до 23 часов по МСК. И оплата производится ежедневно по факту выполнения всего объема работы. Нажму «Стать менеджером». Введу имя, какой-нибудь L1, пароль и инвайт-код. Меня приветствует с началом работы на электронной площадке нового поколения для моментального обмена криптовалют, которая называется Crypto Edge Nova Service. Если я перейду в рабочую панель, то я вижу задания, которые нужно обработать. Сейчас я обработаю все данные, это займет какое-то время, поэтому пока поставлю видео на паузу. И когда все заявки обработаю, я вернусь к вам, и мы посмотрим, что я здесь заработала и смогу ли я вывести средства. Я внесла все заявки, больше заявок нет. Заработала 6900 рублей и теперь могу вывести средства. Введу какой-нибудь номер карты кошелька. И закажу выплату. Идет обработка заявки на вывод средств. Меня просят не уходить со страницы. На самом деле нам показывают GIF-картинку и никакой операции не происходит. Для продолжения вывода средств мне нужно подтвердить свои платежные реквизиты, осуществить тестовый платеж в размере 160 рублей. Если нажму «Пройти верификацию», я попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна заплатить 160 рублей за верификацию. Перед тем, как снимать данный видеообзор на самом сервисе ePay, я нашла человека, который будет принимать этот платеж под ником Breaking Bad. Если мы посмотрим дополнительные цены к его сайту, мы увидим 7 платежей, в том числе и этот платеж, который мы сейчас будем оплачивать на 160 рублей. Но еще нам нужно будет заплатить 420 рублей за установку сертификата безопасности, 340 оплата комиссии, 520 оформление корпоративной банковской карты, 750 оплата вознаграждения старшему партнеру, 830 рублей обязательный майнинговый взнос и 670 рублей активация статуса PRO. Как мы видим, здесь далеко не один платеж, о котором нам рассказывал Георгий Савич в своем видео, а их тут целых 7. И созданы они, конечно, не для того, чтобы мы получили здесь какие-то деньги за свою работу, а чтобы мы заплатили как можно больше денег на этом сайте. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадаем не на сервис по заработку, на котором мы оплачиваем платеж, а попадаем на блог Георгия Савича. Это означает, что автором данного блога и автором сервиса по заработку является один и тот же человек. Об этом также можно догадаться, если мы посмотрим на адрес домена. У блога адрес Chaincash Online, а также у сервиса по заработку тот же самый домен Chaincash Online. То есть и блог, и сервис по заработку находятся на одном домене, являются делом рук одного человека, а именно Breaking Bad. И именно он получит все платежи, которые мы заплатим на сайте. Но чтобы мы смогли убедиться, что дальше с нас потребуют еще платежи, я сейчас оплачу 160 рублей. Пока опять поставлю видео на паузу и возобновлю видео, когда платеж будет успешно зачислен. Я оплатила 160 рублей за верификацию реквизитов менеджера. Теперь я вижу страницу, где мне говорят, что верификация успешно пройдена. А также могу нажать кнопку, чтобы продолжить вывод средств. Опять нам показывают GIF-картинку, что идет какая-то обработка заявки на вывод средств. Но на самом деле, я думаю, нам просто выведут новую страницу с сообщением о том, что нам нужно заплатить еще один платеж. И как ожидалось, мне сообщают, что заявка на вывод средств не может быть обработана, потому что автоматическая система сканирования вредоносных ПО обнаружила уязвимость моей учетной записи. И мне нужно установить сертификат.
Это является обязательной процедурой, и его стоимость составляет 420 рублей. Если нажму «Заказать сертификат безопасности», опять попадаю на страницу оплаты, где должна уже оплатить 420 рублей. Как и ожидалось, на этом сайте не один платеж, а их ровно столько, сколько мы видели с вами в дополнительных ценах сайта. Стоило нам оплатить 160 рублей, как нам теперь нужно платить 420 рублей. Заплатим 420, нужно будет заплатить 340 и так далее. Оплачивать эти платежи мы не будем, потому что мы и так поняли, что этот сайт является мошенническим, учитывая, что автором блога и сервиса по заработку является один и тот же человек, и нас просто вводят в заблуждение с самого начала и дают нам ложную информацию. Поэтому связываться с этим сайтом и также с сервисом по заработку я вам не советую. Здесь вы ничего не заработаете. За 15-30 минут в интернете вы никогда не сможете заработать такие большие суммы. Никто вам их не заплатит. На связи была Соколова Анна, проект «Элит Инфобез». До новых встреч!